In Jesus' name we have prayed. Не в том, что у них Please есть, let's celebrate them. Let's come celebrate them. Давайте придем, да, поздравим Let's come их. Celebrate them. If you know you have Очень friends, быстро. Quickly come and hug them. Да, Tell them happy birthday while we sing the happy birthday song for them. Поздравьте их, да, с днем рождения. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. As we round up, it's our hugs and our wishes. Да, Don't worry, we can continue the rest later after the service. There's да, plenty можем, time. Можем, да, обниматься уже после служения, да, значит, благословить, помолиться, если нужно. As we all settle down in the presence of God. Да. Аллилуйя. Amen. I mean, so now I want us to put our hands together. You see, God has blessed us with mighty vessels. Господь so we'll put our hands together to encourage them as we call for the children to give us their presentation. Детей, Please put your hands together for them. Сегодня представят нам одно выступление. Вся радість вічна і свята, нехай наповнить ваші груди, і про народження Христа нехай навкруг почують люди. Святковий чудовий час сьогодні ми від Бога маємо, тому сердечно, друзі, вас з Різдвом Христовим ми вітаємо. Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Різдво для мене радісна новина. В цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах, в хліві, у яслях. Вівці там були, щоб до нього не тільки багаті, але й бідні всі прийти змогли. Мальчик Бог в яслях родился среди осликов, ягнят, и звездою озарился Вифлеемский двор и сад. И подумал ослик серый, поглядев младенцу в глазки. Он пришел с добром и верой, состраданием и лаской. А щеночек лежебока поглядел из конуры, как пришли волхвы с востока, принесли свои дары. Светлый праздник Рождества, не счастливее торжества. В ночь рождения Христова над землей зажгла звезда. С той поры, через столетия, нам она, как солнце светит, согревает верой души, чтоб мир стал краше, лучше. Светлый праздник Рождества, не счастливее торжества. Мир приходит в каждый дом, поздравляем с Рождеством. Я не пастух і я не мудрець, а хлопчик з України. Очима віри я дивлюсь і тішуся. Та знаю те, що мій творець в хліві родись на сіні. Очима віри я дивлюсь і тішуся душею. Самого Бога Син Ісус став радістю моєю. Як діти всі, отак і я живу і підростаю. І по-дитячому щодня Ісуса прославляю. В этот день мы говорим о рождении Христа. В этот день молчать не могут наши детские уста. И сердца желают славить, не смолкая ни на миг. Прославляйте Бога с нами, не молчите, Он велик. Проходим, проходим. Проходим. А сейчас Рада исполнит... Что? Да, Рада садится за пианино, и сейчас будет номер, подготовленный ею.
Рождества семья возвратилась домой. Все сели за стол и молча приступили к праздничному обеду. Сам хозяин дома, его жена и трое детей. Когда голод был утолен, за столом началась спокойная, задушевная беседа христианской семьи. Какая чудесная была проповедь! А я так ее не поняла. Как не понимаешь? Ну если бы, ну например, бы к нам Христос пришел. А что, дети, если бы Христос и правда пришел бы к нам в гости, как бы мы его приняли? Папа, ты первый начни. Ну, если бы свершилось чудо, и Христос постучал бы в дверь нашего дома, я бы открыл и сказал: «Господи, прошу, войди в мою обитель, помог бы ему снять сандалии и посадил бы в самое мягкое кресло». А я бы принесла воды и умыла бы ему ноги, а затем спросила: «Что ты хочешь, Господи, все подам тебе на стол». А я бы, пока он кушал, я бы приготовила ему постель и дала самую мягкую подушку своей работы. И в тот же момент сыграла тихо и запела наш любимый псалом. А я бы принесла ему под ноги скамеечку, подвигала блюдо бы и дала бы все попробовать. А ты, Василек? Я подошел к Христу и отдал того медвежонка, которого мне подарили родители на день рождения. Кто-то идет к нам. Бей к вашему дому. Ну что скажете? Я это, странник, в отхожу и ищу работу. Прошел все село, да никто на ночь не принимает. Посоветовали мне люди, иди сюда. Здесь, мол, живут добрые люди. Ну, друг, если бы я пускал каждого безработного себе в дом, мы бы и сами по миру пошли. Нынче много безработных, но у нас не гостиница. А почему вы ноги не вытерли? Смотрите, какая лужа от вас. О горе, я так вчера мучилась над этим полом. А вы своими сапожищами. Так что, друг, идите к властям. Они должны предоставить вам ночлег. Возьмите это, дядя. Да как вы можете? Обещали Христу все отдать. А как поступили? Помните, проповедник говорил, что и теперь Христос приходит к нам как нищий. Я вот медвежонка не пожалел. Ладно уж, заходи, что скажешь? Да уж, ладно, места хватит. Мы люди верующие и принимаем к себе в дом не тебя, а Бога. И не ложите свою одежду на чистую мебель. Да почему вы ноги не вытерли? Раздевайтесь и чувствуйте себя как дома. Это был радостный вечер. Долго хозяева говорили гостю о Христе. Угостили на славу, уложили спать в постель. Теперь этот бывший странник живет со своей семьей недалеко от них. Он, его жена и дети уверовали, а Вася имеет от них аж 3 медвежонка.
теперь все детки, которые к нам пришли первый раз, мы можем сходить с вами в офис. Там у нас будет интересный урок и подарки. Right now all children can go to children ministry. Yeah. Thank you for your attention. Wow. Спасибо, детское служение. Thank you, children ministry. Всех детей, которые сегодня пришли и которые не постоянно ходят, можете приходить, пожалуйста, сегодня будет прекрасный урок. Да. Освободите ваших детей, пусть они идут к Иисусу. Пустите детей к Иисусу, да. Yes, it is written, let children will come to me, so let just them come to Jesus. Хорошо. Хорошо. Дорогие братья и сестры, пока наши дети собираются. Dear brothers and sisters, while our children are gathering up, я хочу напомнить вам, что Христос народился. I want to remind you that Jesus, Христос народился. Is born. Скажи твоему соседу, Христос народился. Jesus is born. Славимо Его. Славимо Его. And we praise Him. Славимо Его. Jesus is born and we praise Him. Amen. Wow. Okay. Хорошо. Я сегодня имею большую честь представить пред вами сегодня служителя Божьего. And I have great honor to invite in front of you man of God. Учитель Божьего слова. Teacher of the Word of God. Знаете, может быть, он не скажет, но у него 7 ученых степеней. Yes, and he is, as he said before, he has got 7 degrees, doctor's degrees. И один из них из Оксфордского университета. And one of them is from Oxford University. Вы знаете, просто человек, который любит Бога. You know, man that loves God. Человек, который имеет страх Божий. That has fear of God. И любит Библию. And loves Bible. Я очень почтен сегодня представить перед вами драгоценного брата служителя. I have great privilege to invite in front of you a great servant of God, minister of God. Брат Эдвард Уильямс. Brother Edward Williams. Давайте приветствуем его. Let me wish you happy Christmas. Хочу пожелать всем счастливого Рождества. I hope you Ukrainians may have 2 Christmas programs next year. Да, и я думаю, что у вас, да, уже после этого закона, который недавно вышел, у вас 2 Рождества, значит, да? Till now Ukraine is celebrating Jan 7th as the Christmas as they follow the Coptic churches. Да, и как ранее тоже, значит, Украина празднует 7 число, как такие более восточные страны. And now they are contemplating to join with the European Council. Probably they would like to have December 25th as the other Christmas program from next year. Да, и уже у нас в прошлом году мы праздновали 25 декабря как Рождество. Whether it is December 25th or Jan 7th, we believe that Jesus Christ was born in the history. Но независимо от того, 25 это декабря или 7 января, на самом деле важно то, что Иисус родился. Аминь. We are not worried about the date. И нам вообще не важна сама дата. We are worried about only 2 things: how he came and why he came into this world. Но что важно, это как он пришел и зачем он пришел в этот мир. And that is what we are going to look today in God's word. И сегодня мы будем смотреть это в Библии. Why Jesus came into this world. Зачем Иисус пришел или почему он пришел. And how he came into this world. И как он пришел в этот мир. And what is the message we can draw out of it? И какое вот слово мы можем вынести из этого? Usually during Christmas, people try to refer to the Gospels to get a message out of the Christmas narrative.
Зачастую люди, когда они, значит, на Рождество, они берут отрывки из Евангелий. But I would like to look into one of the letters written by Apostle Paul. Но я хотел бы сегодня говорить о одном из писем, посланий, вернее, которое было написано апостолом Павлом. And draw the Christmas message out of it. Да, и тоже привести вот это слово о Рождестве. Paul was in the Roman prison. Павел сидел в римской темнице. He was put in the prison because he was preaching the gospel. Его посадили в темницу, потому что он благовествовал. He was in the Roman prison probably for 2 years. И он сидел в этой темнице около 2 лет. It was kind of a house arrest in Rome. Это было как его... House arrest. He was inside. То есть, да, он был под домашним арестом, скажем так. And at that time, и в то время, some churches where Paul preached, they contributed some funds and they sent to a man called Epaphra. И некоторые люди, которых знал Павел, они собирали некоторые вещи и посылали в другой город. And the funds have reached Rome. И когда эти, значит, которые они собирали, да, деньги, они достигали Рима. Paul was very happy to receive those funds. То Павел очень был рад, что ему прислали эти сбережения. He decided to write letters to the people who contributed. И он решал писать письма людям, которые его обеспечивали. He wrote 4 letters. Он написал 4 письма. All these 4 were written on one occasion. Да, 4 послания, и все они были вот по одному случаю. And these are called the prison letters. И это называются послания, которые, ну, вернее... Послание написано в темнице, да? Тюремное послание. And the 4 letters are. И эти 4 послания. Ephesians. Ефесянам. Colossians. Колоссянам. Philippians. Филиппийцам. And Philemon. И Филимону. These are the 4 letters. Это 4 послания. And all these 4 letters. И все эти 4 послания. Jesus Christ is highlighted. В эти 4 послания Иисус Христос, он возвышен. In Ephesians, в Ефесянам, we can know the plan a Christian has in Christ. В Ефесянам мы видим, какой план христиане имеют в Иисусе Христе. In Colossians, Колоссянам, you can have. Ты можешь смотреть. The power a believer has in Christ. Ты можешь видеть, какую силу верующий имеет в Иисусе Христе. In Philippians, Филиппийцам, you can have the place a Christian has in Christ. Ты можешь видеть, какое место христианин имеет в Иисусе Христе. In Philemon. И Филимоне. You can have the portion a believer has in Christ. Точнее, Филимону, ты можешь видеть, какую долю человек имеет в Иисусе Христе. Number one is plan. Первое – план. Number two is power. Вторая – сила. Number three is your place. Или власть. И третье – место. Number four is portion. Четвертое – доля. So these are the 4 letters. Это 4 послания. But now I want to look into the letter to the Philippians. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы смотрели на послание к филиппийцам. It has 4 chapters. Имеет 4 главы. Chapter 1. Первая глава. Paul says. Павел говорит. My life is in Christ. Моя жизнь во Христе. Chapter 2. Вторая глава. He says. Говорит. My mind is according to Christ. Мой разум действует согласно разуму Иисуса Христа. Chapter 3. Третья глава. He says my goal is in Christ. Что моя цель в Иисусе Христе. Chapter 4. Четвёртая глава. He says my strength is in Christ. Говорит, что моя сила, моя крепость в Иисусе Христе. Now I'm restricting it to the second chapter. И сейчас я двигаюсь ко второй главе. Paul says. Точнее, я буду говорить о второй главе. Paul говорит. We all should have the mind of Christ. Что все мы должны иметь разум Христов. How do we know the mind of Christ? Как мы можем это иметь? Open with me to chapter 2 of Philippians. Откроем Филиппийцам 2 главу. Verse 5 onwards. Значит, 2 главу и стих 5. I'll read from verse 5. С 5 стиха. Have this mind among yourself which is yours in Christ. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. From verse 6 to 11. С 6 по 11 стих. We have a song that Paul tried to incorporate here. Мы можем видеть, какую... Song, yeah. Мы можем видеть, какую песню он пел в тот день. This is a song about Jesus Christ. Это песня о Иисусе Христе. This song tells about the mind of Christ. Эта песня говорит о разуме Иисуса Христа. This song tells
how Christ became a human being. Эта песня говорит о том, как Христос стал человеком. This song tells why Christ became a human being. Эта песня говорит, почему Иисус стал человеком. This song tells what we can get when we see Jesus Christ. Эта песня говорит о том, что мы получаем, когда мы видим Иисуса Христа. This song is basically the Christmas song. Эта песня, по сути, родительская песня. So I want to look into this song. И то, что мы смотрели на эту песню. We'll be looking only at three verses. Мы только разберем три стиха. Verse 6, 7, and 8. 6, 7, 8. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. We Christians believe, вот мы, христиане, верим, that our God is triune. Что наш Бог, Он триедин. What do you mean by triune? Что значит триедин? We believe that there are three persons. Мы верим, что есть три человека, три личности. But three persons are one and the same. Но три личности, они едины, то есть одно. How do you use that word one and the same? Что значит едины? There are three meanings for the word one. Есть, значит, три значения слова одно или едино. The first meaning is. Первое. It's a digit. It's a digit. It's a number. То есть это есть число. This is one mobile. Это есть один телефон. This is one iPad. Это есть один iPad. This is one. Одно. There is a second meaning for the word one. Второе значение слова одно. Now let me give you this example. Давайте дам пример. And look at this speaker. Когда мы смотрим на эту колонку. Can you show me that speaker? И можем вот на эту колонку, да? Now I'm going to make a statement. Можем сделать такое изречение, these да, какое-то? Two are one. Что эти двое являются одним. These two are one. Эти две колонки являются, по сути, одним. Am I right or wrong? Я правильно или нет говорю? Yes, I'm right. Да, я прав. Because both have the same output. Потому что обе колонки имеют одинаковый, значит, звук, когда исходит. Both of them look alike. И они обе выглядят похоже. Both of them have same essence. И обе имеют то же чувствование, да? So that is the second meaning of the word one. Точнее, то же значение. И это есть второе значение слова одно. Father is God. Отец Бог. Jesus is God. Иисус Бог. Holy Spirit is God. Дух Святой Бог. Three are one. Три одно. In the same way that these two are one. Так же, как и две колонки являются одним. This is the second way of understanding. Это есть второй вот, способ понимания. There is a third way to understand. И третье значение. For example, например, four people went to the sea. Четыре человека поехали на море. To swim there. Чтобы поплавать. Only one person is returning. И только один человек возвращается. Three did not come. Три не вернулись. You look at that guy. Ты смотришь на этого человека. You ask like this. На этого парня и спрашиваешь. Four of you have gone. Четыре уехали. Only one is coming и только back. Один вернулся. What happened to the other three? И что случилось с тремя? Now just listen to what this person explains. И вот слушай, что он объясняет, значит, he will say like this. Он говорит. They made me one. They made me one. Они сделали меня одним. The three became one. То есть трое стали одним. They made me one. That means they made me alone, and the three became together, and they fought with me. Окей, значит, они трое собрались и начали бороться против меня. So here the one is used in two ways. Значит, одно используется в двух понятиях. They made me single. То есть они оставили меня одного. The three became one. И трое собрались, то есть, да, единомышленно и начали воевать против меня, бороться. И они, значит, выгнали меня. This is the third way of using the word one. Это есть третье понимание вот использования слова одно. God the Father. Бог Отец. God the Son. Бог Сын. God the Holy Spirit. Бог Дух Святой. They became one to create me. Они стали одним, чтобы создать меня. They became one to save me. Они стали одним, чтобы спасти меня. They became one to strengthen me. Они стали одним, чтобы усилить меня. They became one to take me there. Они стали одним, чтобы вознести меня. And that is why we use the word Trinity. И поэтому мы используем слово триединство. Our God is triune. Наш Бог триедин. So Jesus is God.
И Иисус — это Бог. Many years ago, много лет назад God the Father, Бог Отец, God the Son, Бог Сын, God the Holy Spirit, и Бог Дух Святой, they were discussing. Они общались. In the discussion, значит, общались. The question has come. И вот появился вопрос. Humanity is completely destroyed. Человечество полностью развалено, разрушено. Every human being is lost. Каждый человек потерян. What shall we do? Что мы будем делать? When the discussion is going on like this, и вот когда они общались так, Jesus immediately raised his hand, Иисус поднял свою руку, and he said like this, и сказал, send me, пошли меня, I'll go down, отправь меня, и я поеду, I'll я пойду, save the humanity. Я пойду, спасу человечество. Jesus offered himself to go down. Иисус предложил себя, чтобы сойти вниз, where do you find this? На землю. И где ты найдешь это? It's found in Isaiah chapter 6. В Исаии 6 глава. Whom shall I send? Кого я пошлю? Who will go for us? Кто пойдет за нас? Jesus said, I will go. Иисус сказал, я пойду. So Jesus is God. Иисус — это Бог. He became human being. Стал человеком. And that is Christmas. И это есть Рождество. Now what is the meaning of the word becoming? Что значит слово становиться, да, или становление? I'll give an example. Например. In the skit we had, вот в санке, которая была, one stranger came, один странник пришел, and да? The stranger was having very bad shoes, да, и у странника, значит, была, ну, не and, сильно там хорошая and the, обувь, and the stranger was dirty, там он был грязный, in одежда. In a drama like that, и в такой сценке, if you are asked to become a beggar, если вот... Beggar. Если вы станете там попрошайкой, if you are asked to become a leprous person, например, или вы станете, не знаю, там... болезнь какая-то будет. Everybody would like to do it. То, конечно, все бы хотели так делать. Because it's only a drama. Потому что это только сценка. At the end of the drama, и в конце сценки you will be awarded. Вас бы вознаградили. People will clap you. Люди бы похлопали вам. Because you pretended to be a beggar. Потому что вы притворялись этим попрошайкой. You pretended to be a person with leprosy. Вы притворялись человеком, который болел. Jesus did not pretend to become Но Иисус, Он не притворялся, когда Он стал человеком. If Jesus pretended to become man, если бы Иисус притворялся бы человеком, at the end of the show, то в конце бы всего Jesus should be given an Oscar award. То Иисусу нужно было дать Оскар. Jesus should be clapped. Иисусу надо было похлопать. But what happened? Но что произошло? Now this is the whole story. Это вся история. To become a leprous person in drama is okay. Конечно, притворяться, значит, человеком с болезнью в сценке, это хорошо, это, ну, but типа легко. If somebody asks you, но если кто-то спросит, попросит вас, can you become a leprosy person? Можешь ли ты стать, по сути, человеком с болячкой? Who will come forward? Кто выйдет? Nobody will кто согласится? Никто, я думаю. But that's what Jesus became. Но таким Иисус стал. He became a human being. Он стал человеком. And that is why he was killed on the cross. И поэтому его убили на кресте. He knew that he will be killed. Он знал, что он будет убит. He knew that he will be crushed. Он знал, что его распнут. He knew that everybody will put him down. Он знал, что все его унизят. Yet he decided to become like that. И все равно он решил это сделать. That is Christmas. И это есть Рождество. He is God. Он Бог. But he decided to become a human being. Но он решил стать человеком. If you want to follow Jesus Christ, если ты хочешь следовать за Иисусом Христом, you must learn this lesson. То вы должны выучить этот урок. The most difficult lesson. Самый сложный урок. To humble ourselves. Смирить себя. Jesus Christ humbled himself. Иисус Христос смирил себя. He is God. Он Бог. He became human being. И он стал человеком. I'll give you a very classic example. Я дам классический пример. In United States, в США there are 50 states. Есть 50 штатов. Among all these 50, и среди всех 50, the most beautiful state is Hawaii. Самый красивый штат — это Гавайи. It has 800 islands. Имеет 800 островов. One of the islands' name is Molokai. И один из островов называется Малахай. And that island is a volcano that erupts out of an ocean. И это есть остров, как вулкан, в виде вулкана, который поднимается из воды. It's a dead volcano. То есть это есть мертвый вулкан, but затихший. It's a very beautiful place. Но это очень красивое место. In that Molokai island, и вот на том острове there are only one kind of people. Есть только один вид людей. Do you know what they are? Знаете, кто они? They are all people with leprosy. Это все люди с, как это, болезнь? Проказы, да, прокаженные люди. In any of the American states,
и во всех штатах Америки, if they find a person with leprosy, если они находят человека с проказой, that fellow is thrown in that Molokai island. То его сразу же посылают на тот остров. All the people in Molokai are with leprosy. Все люди, живущие на Молокае, они все прокаженные. There was a missionary from Belgium. Был один миссионер из Бельгии. His name is Joseph Damien. Его зовут Иосиф Демиан. He wanted to go to Molokai. Он хотел поехать в Молокай. To serve them. Чтобы служить этим людям. To share the gospel of чтобы Jesus делиться Christ. Благовестием Иисуса Христа. He went there. Он поехал туда. He shared the gospel with them. И поделился словом с ним. He started treating them. Начал лечить их. One day, однажды, he was about to preach his message. Он хотел, он уже готовился рассказывать слово. He was pouring hot coffee from kettle into a cup. И его, ему налили кофе. Okay. And the coffee fell on his toes. И, значит, и горячий кофе, и кофе упало на его ноги. But he was not able to feel the burn. Но он не чувствовал вот ожог. He purposefully poured coffee. Он специально вылил кофе. He could not feel. И он не чувствовал. He smiled. Он улыбнулся. And he went onto the podium. И он посмотрел, значит, на подиум. Opened the Bible. Он, значит, посмотрел на кафедру, открыл Библию. And he started preaching like this. И начал проповедовать. My fellow leprous believers. Мои прокаженные верующие. Joseph Damien got leprosy. Иисус Христос, точнее, простите. Because Иосиф Демиан, он был, он стал прокаженным. Yeah. Because he was serving the leprous people. Потому что он служил прокаженным. He died with leprosy. Он умер с проказой. When Joseph Damien died. И когда Иосиф Демиан умер. Two countries were about to fight. Две страны начали бороться for the dead body of Joseph Damien. За мертвое тело Иосифа Демиана. America and Belgium. Америка и Бельгия. And do you know how the problem is solved? Вы знаете, как они решили эту проблему? The Molokai Island people came and said. Люди этого острова сошлись и сказали. Sir. Сэр. Anybody in this world use their right hand to push us? Все в этом мире они принуждали нас ехать сюда. There is only one right hand in the world that pulled us closer. И был только один человек, который приблизил нас. And that is the hand of Joseph Damien. И это есть рука, это есть человек, да, Иосиф Демиан. So you do one thing. Поэтому делайте одно. You cut the right hand of Joseph Damien. Отрежьте right правую, hand. Отрежьте правую руку Иосифа Демиана. And bury it here. И похороните здесь. And rest of the body you do whatever you want. И остаток тела делайте, что хотите. То есть, just a second. Хорошо, я сейчас объясню просто. Значит, они говорили, что вы использовали свои правые руки, чтобы посылать нас сюда, то есть, да, чтобы кидать нас и так далее. А Иосиф Демиан использовал правую руку, чтобы приводить нас, да, и поэтому похороньте здесь правую руку, а все, что остаток тела можете увозить. That's how Joseph Damien's body is buried in two places. И вот так тело Иосифа Демиана было похоронено в двух странах. Right hand in Hawaii. Правая рука в Гавайях. Rest of the body in Belgium. И остаток тела в Бельгии. He became a leprous person. Он стал прокаженным. To reach the leprous people. Чтобы достичь прокаженных. Jesus Christ became a human being. Иисус Христос стал человеком. To reach the human society. Чтобы достичь человечества. Jesus Christ died as a human being. Иисус Христос умер как человек. To redeem you and me. Чтобы избавить меня и тебя. That is Christmas. И это есть Рождество. How do I know that Jesus Christ is both God and man? Как я могу знать, что Иисус Христос есть и человек, и Бог? That's how we can understand the Christmas message. Вот так мы понимаем, значит, слово о Рождестве. We know that when Jesus Christ was born, мы знаем, когда Иисус родился, there was a star in the sky. Появилась звезда на небе. That's why during Christmas everybody would like to have a Christmas star. И поэтому во время Рождества обычно все люди хотят иметь где-то возле дома, да, там звезду или возле квартиры. If at all there was a star when Jesus Christ was born. Да, и вот эта звезда начала сиять, когда Иисус Христос родился. Scientists must be able to find out what that star is. И ученые они пытались найти эту звезду. There is a subject called astronomy which deals with the stars. Да, есть такой предмет или наука астрономия, которая изучает и звезды и все остальное. In the year 1607. И значит, в 1607 году there was an astronomer, my name, Johannes Kepler. Был такой ученый, которого звали Йоханнес Кеплер. He wanted to find out what's the star of Jesus Christ. И он хотел найти эту звезду Иисуса Христа. He did a research for 3 years. Он, значит, делал исследование на протяжении 3 лет. In the year 1609. И в 1609 году he revealed to the whole world он проявил всему миру what's the star. Какая была звезда? There were 3 planets. Было 3 планеты. Mars, Jupiter, and Uranus. Mars, Jupiter, и Uran. They go in different orbits.
Они разошлись по разным орбитам. But when Jesus was born, но когда Иисус был all рожден, of, all of them are in one line. Они выстроились в одной линии. Humans could see only one star. И люди видели только одну звезду. It was so bright. Была настолько яркой. And it was there for 4 months. И была она 4 месяца. And that has become the proof that Jesus' birth on this earth is history and it is not created. Да, и это было доказательство того, что Иисус Христос на самом деле родился, и это не была выдумка. If I have to make a statement, если бы я сказал, who arranged these speakers? Кто вот, значит, придумал эти колонки? The people who are in charge of the sound. Или кто поставил эти колонки? Люди, которые отвечают за звук. Who arranged the flowers? Кто, значит, организовал, да, или декорировал все эти цветы? The people who are in charge of decoration. Люди, которые отвечают за это. Who arranged the chairs? Кто расставил здесь стулья? The people who are responsible for arranging. Да, люди, которые находятся в группе порядка. Who will arrange the stars? А кто организовал, кто поставил все звезды? It has to be only God. Может быть только Бог. The way we arrange the flowers. Так как мы декорируем, да, цветы, расставляем the цветы. The way we arrange the speakers. Так мы расставляем колонки. The way we arrange the chairs. Так как мы расставляем, значит, стулья. God can arrange the stars the way He wants. Также и Господь может поставить звезды, как Он when хочет. When Jesus was born. Когда Иисус был рожден. He arranged the stars the way he wanted. Он расставил звезды, как он хотел. Because Jesus is God. Потому что Иисус это Господь. That's это Бог. A scientific proof that Jesus is God. И это доказательство научное, что Иисус это Бог. That's a historical proof that Jesus is God. И это есть историческое доказательство то, что Иисус это Бог. If there is any atheist here who wanted to question the identity of Jesus, I would give the astronomical proof. И если есть какой-то атеист в этом месте, который до сих пор не верит, что Иисус это на самом деле Бог и что Бог существует, то вот вам историческое доказательство. I can give a historical proof. Я могу дать даже историческое доказательство. I can give a scientific proof. Могу дать научное доказательство. That the birth of Jesus Christ is real. Что рождение Иисуса Христа было реальным. Jesus is God. Иисус это Бог. He arranged the stars he wanted. Расставил звезды, как хотел. And where was he born? И где он родился? He was born in a very tiny village called Bethlehem. И он родился в маленьком городке, который назывался Вифлеем. Where he was born in Bethlehem. Он родился, где он родился в Вифлееме? He was born in a manger. Он родился в хлеву. What do you have in manger? Что в хлеву находится? You have buffaloes. Есть там быки. You have cows. Коровы. What the buffaloes and cow will do? И что там быки с коровой делают? They will throw cow dung. Они, значит, там, ну, they will pour urine. Значит, там и ходят, да, и все, короче, то есть свои нужды справляют, как понимаете. It is dirty. То есть грязно. There will be flies. Воняет, мухи. There will be mosquitoes. Там комары, не знаю. And it is the dirtiest possible place for a just born baby. Самое грязное место, где мог родиться ребенок. But Jesus chose to be born there. Но Иисус решил там родиться. He is God. Он Господь. He arranged the stars. Он Бог, он поставил звезды. But he became a human like you and me. Но он стал как люди, как человек, как мы, как вы и я. He went to the lowliest position. И он спустился до самой низкой позиции. That's called humility. Это называется смирение. And in the Bible it says. И в Библии написано. Jesus is God. Иисус это Бог. He is all powerful. Он всемогущий. He is all knowing. Он вездесущий. But he emptied everything. Но он, значит, опустошил. To save you and to save me. Значит, он полностью избавился от всего, чтобы спасти тебя и меня. That is Christmas. Это есть Рождество. There are three kinds of people. Есть три вида людей. Kind number one. Первый вид. They are very poor. Они бедные. When you see a poor person, когда вы видите бедного человека, you have sympathy towards that person. То вы проявляете, конечно, такую, значит, какую-то эмпатию этим людям. There is a second kind of poor person. Есть или сожаление. Есть второй вид людей. They are very rich. Они богаты. When you look at a rich person, когда вы видите богатого человека, you feel jealous. То вы чувствуете немного зависти. But there is такой, a third да? kind. Или там, ну, he has a lot of money in his pocket. Есть тот человек, у которого много денег в кармане. But he can't spend it. Но он не может потратить их. And when you look at that person, когда вы смотрите на этого человека, you feel like laughing at him. И вы как будто, ну, смеетесь с него. Jesus is third kind. И Иисус это третий человек. He is all powerful. Он всемогущий. He is all knowing. Он he knows everything. Ну, да, он все знает. At one time, и в то же время, his disciples James and John asked, его ученики Иаков и Иоанн спросили, give us permission.
попросили, дай нам разрешение. We'll ask the Father. Мы попросим Отца. He will send angels to protect you. И Он пошлет ангелов, чтобы защитить тебя. Do you know what Jesus said? И что Иисус сказал? I did not come here to protect myself. Я пришел сюда не чтобы защитить меня. I came here to protect you. Я пришел сюда, чтобы защитить вас. I did not come here to live. Я не пришел сюда, чтобы жить. I came here to die. Я пришел сюда, чтобы умереть. I did not come here to establish my own setup. Я не пришел сюда не для того, чтобы утвердить себя. I came here to give you a setup. Но я пришел, чтобы утвердить вас. That's Christmas. И это и есть Рождество. Jesus emptied himself. Иисус полностью опустошил and себя. He gave whatever he, you wanted. И отдал все, что вы хотели. If you look at missionaries, если мы посмотрим на миссионеров, when they moved to different countries, когда они едут по разным странам, they did not move to those countries because there are better opportunities there. Они не едут туда, потому что там лучшие условия жизни. They went there. Они едут туда, to give life. Чтобы дать жизнь. My friends, мои друзья, in this country, в этой стране, in this setup, в этих условиях, if you are able to listen about Jesus Christ, если вы можете слышать о Иисусе Христе, if you are able to celebrate Christmas, если вы можете Рождество праздновать, if you are able to get connected to God, если вы можете присоединяться к Богу, it's God's mercy and grace upon you. То это Божья благодать и милость на вас. He used different people to reach you out. Он использует разных людей, чтобы достигать вас. That is the greatest good news about Christmas. Это великая благая новость о Рождестве. Jesus became human being. Иисус стал человеком. When Jesus became human когда Иисус стал человеком, he did three things. Он три вещи сделал. Number one, первое, he humbled himself. Он смирил себя. Number two, второе, he emptied himself. Он опустошил себя. Number three, третье, he gave himself for others. Он отдал себя за других. Christianity has these three characters. Христианство имеет эти три качества. If you are a Christian, если вы христианин, you need to humble yourself. То вы должны смирять себя. If you are a Christian, если вы христианин, you need to give to others. Вы должны другим давать. That's what the kids displayed here. Это то, что дети показали здесь. Those who gave to others, те, которые дают другим, they were received by God. Они принимают от Бога. Those who are not willing to give, те, которые не хотят давать, they are rejected by God. Их Бог отвергает. God gave himself to us. Господь дал, дал нам себя. And whoever received Christ, и которые, кто принял Иисуса Христа, they love to give to others. Они другим дают. And the third thing is, и третье, a good Christian, хороший христианин, lives for the benefit of others. Живет для пользы других. Why did I come here to Ukraine? Зачем я приехал в Украину? Did I come here because I'm free? Приехал ли я сюда, потому что мне есть что делать? Did I come here to see Ukraine? Приехал ли я сюда, чтобы просто посмотреть Украину? Did I come here to have a kind of an excursion? Может быть, я приехал сюда, чтобы посмотреть экскурсии? Did I come here because of luxury? Или потому что здесь хорошо жить? It's not. Нет. I came here so that you could get some benefit out of this. Но я приехал сюда, чтобы вы имели пользу. I came here so that you might get some blessing out of it. Я приехал сюда, чтобы вы имели благословение из моего слова. If you are a Christian, если вы христианин, you live for the benefit of others. То ты живешь для пользы других. During Christmas, во время Рождества, we hear about various people. Мы слышим про разных людей. There are seven people. Есть семь людей. We always refer during Christmas. Мы всегда они говорим о Рождестве. Who are the seven? Как их зовут? Number one, Mary. Точнее, кто это? Number two, Joseph. Мэри, Иосиф. Number three, wise men. Мудрец. Number four, shepherds. Мудрецы. Number и five, the пастухи. Innkeeper, the one who was having the manger. А значит, пятый это точнее, как это? Хозяин гостиницы. Number six is Herod. И шестой Ирод. Number seven is the scribes who directed the wise men to Bethlehem. И потом, значит, the scribes who opened the Bible. Да. И это значит еще летописец, который открывал вот, значит, письма, да, открывал пророчества, которые были показывал их потом мудрецам. These are the seven people. И это семь людей. But now I want to look at only two. Я хочу сегодня посмотреть только на двух из них. Who imitated Christ? Которые, значит, повторяли за Иисусом Христом. Mary and Joseph. Значит, Мэри и Иосиф. Now let me give you this example. Давайте дам пример. Jesus has Иисус to come into this world as a human being. Должен был прийти в этот мир как человек. But he must be the Son of God. Но он должен был быть тоже сыном Божьим. It's a very tricky issue.
Very difficult issue. Да, очень сложно. Вот. On one side he must be God. С одной стороны, он должен был быть Богом. And the other side he must be man. И с другой стороны, он должен был быть человеком. How can it be possible? Как это может быть? Now let me give you this example. Давайте дам пример. I'm speaking in English. Я говорю на английском. And here there are some people who can't understand English. И есть люди, которые не понимают английский. Some people can understand Russian. Некоторые люди понимают русский. Some people can understand Spanish. Некоторые понимают испанский. And how do you understand me? И как вы понимаете меня? For people who want to understand me from Russian background. Люди, которые хотят понимать меня, знающие русский. You have a brother here. То здесь я вот есть. And this brother is very great. Да, и значит я хорош. Do you know why I'm saying he's great? Знаете почему, значит, говоришь, что я хорош? I know only English. Просто говори, потому что you know only Russian. Просто знает только английский, вы знаете русский. But this brother knows two. Но этот брат знает два языка. He knows English like me. Знает английский, как я. Russian like you. Русский, как вы. So he's the